Несколько лет назад я прочитал в газете «Комсомольская правда» статью с вопросительным названием «Гоя в Кологриве». Журналист Юрий Рост рассказывал в ней о богатствах, хранящихся в запасниках этого небольшого музея Костромской области. Мы работали в Кологриве давно, восстанавливая художественное и литературное наследие Ефима Васильевича Чеснякова. Знали мы, что уроженец города Кологрива, известный художник XIX века и коллекционер Ладыжинский. И знали, что он завещал местному музею все свое собрание. Но то, что писалось в газете, что там есть Гоя, предположительно, что там есть Брюлов, что там есть Репин, есть работы Шевченко, это все нас не могло не взволновать. Но лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать. Поэтому мы буквально через несколько дней сели с реставратором Сергеем Галушкиным в машину и оказались в Кологриве. Взяли мы жанровую сцену, которая приписывалась, опять же, с вопросительным знаком Гое. У нас не было сомнений, что это не Гоя, но работа была явно интересная. И взяли еще одну живопись на доске с загадочным в инвентарной книге отмеченным названием «Флорис». И привезли эти работы, среди других, привезли в Москву. Доска с загадочным названием «Флорис» оказалась, что это никакая не «Флорис», а что здесь изображена римлянка Лукреция, которая входила в пантеон римских богов и героев. Написана она в XVI веке нидерландским мастером. И вот интересная судьба. Смотрите, Рим, II век, XVI век – Нидерланды. Затем в XIX веке она попадает в коллекцию Ладыжинского, который потом передает в музей Кологрива. И потом оказывается на столе реставратора, чтобы потом с ней ознакомились десятки и тысячи зрителей на выставках и в музеях, в которые ей предстоит возвратиться. Такова судьба одного только памятника, но она очень символична и очень напоминает судьбы многих произведений, проходящих реставрацию в мастерских и центрах Москвы и Ленинграда. В процессе реставрации жанровой сцены нам стало ясно, что это не Гоя окончательно, но то, что писал ее незаурядный мастер, у нас тоже не было сомнений. И тогда мы решили обратиться за советом к известному советскому искусствоведу, специалисту, с мнением которого считались во многих музеях мира, сотруднику Государственного Эрмитажа Юрию Ивановичу Кузнецову. Он приехал в Москву, посмотрел эту работу внимательно и сказал, что вернее всего, вероятнее всего, что эта работа исполнена известным мастером 17 века Алессандро Маньяско. Полотно Маньяско демонстрировалось на выставке реставрации и исследования музейных ценностей, которая проходила в залах Союза художников СССР на Крымской набережной и стало крупным событием в художественной жизни нашей страны. Ее экспонаты принадлежат десяткам самых различных музеев – художественных, краеведческих, исторических. Здесь не было ни одной случайной вещи, ведь известен главный принцип научной реставрации – в первую очередь браться за самые ценные и самые неотложные. И не вмешайся вовремя реставратор, все сокровища здесь собранные – от древнеегипетских масок до произведений русского авангарда мы могли бы потерять безвозвратно. Произведения западноевропейской живописи 16-19 веков, возвращенные к жизни реставраторами, составили большой раздел выставки. Здесь были картины немецких, голландских, французских и итальянских мастеров. «Мадонна с голубем» написана в XVI веке в Италии. Художник поместил изображение на тонкой доске, хорошо сохранившейся на протяжении нескольких столетий. Сейчас реставраторы и искусствоведы
совместно занимаются атрибуцией вновь открытого образца итальянской живописи, который затем должен занять свое место в истории мирового искусства. Для меня эта выставка своего рода юбилей. Это 70-й показ памятников, возрожденных к жизни, в которых мне посчастливилось принять участие. И вот сейчас, когда такие выставки открываются, реставрационные выставки, очень нужные, я, честно говоря, ну такой белой завистью завидую их организаторам. Потому что ведь всего несколько лет назад главное было не подготовить и создать выставку, а показать ее. Потому что столько было инстанций, через которые проходили, ну, казалось бы, вещи сами собой разумеющиеся, так сказать, что их надо показывать, их несколько лет реставрировали, в них вложен труд, а вот всегда говорили, что, может быть, не стоит, это народу непонятно, это народу недоступно, и как-то особенно в этом плане доставалось, если так можно сказать, произведениям древнерусской живописи. А ведь наша реставрация – это прежде всего реставрация старой русской живописи, хранящейся в изобилии в различных музеях России и в центральных музеях, музеях центральных городов. И мне всегда, ну, было странным, что вот, например, можно показывать, издавать в книгах, скажем, античную скульптуру «Обнаженная натура», картины художников Ренессанса, которые тоже, в общем-то, на церковные сюжеты написаны, и там тоже есть «Обнаженная натура». Но стоило, не дай бог, вот подойти, так сказать, к изданию каталога выставки, и если вдруг видели, что на обложке, да и не только на обложке, но даже в середине этого каталога изображение, да еще с нимбом, для этого приходилось обивать пороги не один день и добиваться, чтобы, доказывая, что этот памятник уникальный, что он создан там в 13 или в 15 веке, это все было как о стенку горох. Очень и очень было трудно. Но даже на телевидении, например, запрещали показывать кадры, в которых попадала церковь с крестом. Ну, совсем смешно. Вот однажды, несколько лет тому назад, мы ехали с группой снимать передачу для учебной редакции о русском искусстве 17 века. И один из тогдашних руководителей телевидения, подписывая командировки, сказал: «Снимайте, только чтобы ни одной церкви, ни одной иконы в кадре не было. А что же еще в русском искусстве 17 века можно снимать?» Потом передача, к счастью, прошла. И сколько пришлось пережить тяжелых дней и ночей, мы еще за день, например, не знали, разрешат открыть выставку, скажем, посвященную живописи Древней Карелии или живописи Древнего Пскова. И вот тут хочется сказать самые теплые слова благодарности нашему Союзу художников СССР. Начиная с Екатерины Федоровны Белашовой, которая в свое время была председателем Союза, и кончая сегодняшним днем, мы стараемся вот наши последние открытия показать именно в залах Союза художников. И вот почему. Ведь одно дело музеи, где как бы существует, ну вот, барьер между, так сказать, зрителем и произведением искусства, выставленным или на стенде, или в витрине. А вот когда вещи показываются непосредственно, ну, в живых залах, если так можно сказать, где современник чувствует себя раскрепощенным рядом с этими произведениями искусства, это совсем другое дело. Всесоюзный институт реставрации многие годы занимается проблемами восстановления и консервации древних рукописей. Большинство средневековых рукописных книг с миниатюрами написано на пергаменте. Пергамент – материал долговечный, о чем свидетельствует значительное количество дошедших до нас пергаментных рукописей. Однако в силу различных обстоятельств далеко не всегда удается сохранить их в первозданном состоянии. Еще большими потерями, чем текст, отмечены утраты живописи на пергаменте. Любая средневековая книга уникальна, и ее реставрация выливается в увлекательную исследовательскую работу, в которой участвуют не только реставраторы, но и историки, искусствоведы, палеографы. В процессе работы над рукописями широко применяются рентген, ультрафиолетовые лучи. Все это, наряду с обстоятельным изучением рукописей, помогает дополнить наше представление
о методах работы средневековых писцов и художников-миниатюристов. Произведения из дерева составляют большую часть скульптуры, восстанавливаемой сегодня нашими реставраторами. Это и не удивительно, ведь дерево было любимым материалом в стране, богатой лесами. Значительное место среди популярных на Руси святых в деревянной скульптуре занимает изображение Георгия Победоносца. Как вот, например, на этом киоте, созданном в XVI веке в Сольвычегодске. Каждая скульптура самобытна. Каждый образ имеет свои индивидуальные черты. Присущи они и этому изображению Николы Можайского 17 века из города Каргополя. Отдел прикладного искусства Всероссийского реставрационного центра представил на выставку великолепные образцы лицевого шитья. Лицевое шитье – особый вид древнерусского искусства. Привнесенное на Русь из Византии, оно лежит одновременно в сферах изобразительного и прикладного искусства. Важная особенность шитья состоит в коллективности его исполнения. Рисунок делал художник. Само шитье было трудом и тщанием мастериц-вышивальщиц. В отличие от икон, шитье всегда создавалось по заказу для конкретного храма. Поэтому особую роль играл заказчик. Обычно это была хозяйка дома. Светлицы, мастерские шитья, находились на женской половине дома, а сама хозяйка принимала участие в работе. Во главе светлицы девичьего монастыря, как правило, стояла наиболее знатная монахиня. Лицевое шитье на Руси было единственным поприщем женщин в изобразительном искусстве. Вот эти фрагменты уникальных фресок были сняты реставраторами со стен и перенесены на новые основания. Среди экспонатов выставки этого раздела изображение апостола Петра из разрушенного Чудового монастыря в Московском Кремле. Храм Христа Спасителя был воздвигнут в честь победы России в Отечественной войне 1812 года. Над его убранством работали выдающиеся русские художники. Случайно сохранился фрагмент с изображением Иуды из «Тайной вечери» кисти Семирадского. Уникальные памятники античного искусства были обнаружены во время археологических раскопок в древних городах Средней Азии. Полихромная скульптура II-I веков до н.э.
поражает высоким уровнем мастерства. Давно ушло в прошлое представление о культурной неполноценности и отсталости Древней Руси. Теперь весь мир преклоняется перед красотой, своеобразием и неповторимостью памятников древнерусской живописи. Эти памятники наглядно выражают духовное богатство русского народа. Во всей чистоте хранят они наши национальные традиции, источник вдохновения для современных и будущих живописцев. Меня всегда поражает, когда знакомишься с памятниками, скажем, новгородской живописи и псковской. Эти города разделяют всего лишь 200 километров. Но живопись, которая, особенно в классический период, вот 14-15 века, удивительно друг от друга разнятся и отличаются. То же самое можно сказать, скажем, о Рязани, которая в тех же 200 километрах от Москвы находится, или от Твери. Всюду свое, неповторимое, и это свидетельствует, хотя, в общем, все объединено, ну, какими-то общими техническими правилами и общими духовными канонами, но каждый художник и внутри вот этой школы создавал свои произведения, отличающиеся от мастеров, работающих с ним бок о бок. Ну вот, когда я составлял опись произведений древнерусской живописи почти во всех музеях старых русских городов, я понял, что мы имеем действительно колоссальное богатство в своих руках. И открывать предстоит еще многие и многие десятки и сотни уникальных произведений. Ну, старые русские мастера сами готовили себе, так сказать, все материалы, с которыми они работали. Они сами растирали краски, сами обрабатывали доски, сами готовили грунт, вот этот меловой левкас. И работали они прочно, на века. Но все равно, если бы вот иконы, скажем, оставались незаписанными в последующие века, то, может быть, до нас и не сохранилось бы так много интересных памятников. И вот, казалось бы, противоречие, что эти записи, конечно, мешают нам получить доступ к авторской живописи, но в то же время предохраняли и предохраняют эту авторскую живопись от позднейших разрушений. И таких записей на некоторых иконах встречается до 7, до 8, а иногда даже до 10. И работа реставратора древнерусской живописи, она подобна труду археолога, который сквозь позднейшие напластования открывает лик первоклассной и первостепенной важности живописи. Основные работы по реставрации древнерусской живописи в нашей стране проводит Всероссийский реставрационный центр. Здесь уже на протяжении многих десятилетий возвращаются к жизни уникальные образцы древнерусской живописи. Здесь работают мастера, которые получили вот свои навыки и знания из рук очень крупных корифеев, в прямом смысле этого слова, отечественной реставрации. И они продолжают эти традиции соблюдать, сохранять и чтят эти традиции. Но есть вот одно «но», которое меня, например, заставляет очень сильно беспокоиться за судьбу древнерусской живописи. Очень увлекаются реставраторы восстановлением утраченных фрагментов живописи. Я, например, считаю, что чем меньше современный художник-реставратор внесет от себя в тело, в канву, вот в эту кантилену живописи старой русской, тем лучше будет для этой живописи. Ведь это каноническое искусство. И невозможно
добавить что-то, чтобы это не было диссонансом с авторской живописью. Но огромные площади грунта восстанавливаются, наносятся вот и красочные, так сказать, восстановления. И все это очень быстро, буквально на глазах, приходит в негодность. И поэтому, вот я когда составлял опись произведений древнерусской живописи в музеях России, я просто, к огромному сожалению, потому что сам когда-то реставрировал, сам когда-то делал дописи, я, к огромному своему сожалению, мог за несколько метров буквально отличить иконы, которые прошли реставрацию, отличали вот эти тонировки. Ведь невозможно, ну, даже такой простой пример. Вот готовится краска для этой восстановительной работы. Пусть она изготовляется из пигментов натуральных, которыми работали древнерусские художники, затирается на том же яичном желтке, но ведь вода даже, которой эта краска разбавляется, она уже настолько поражена вот этими добавлениями хлора и других, что даже для человека эта вода не всегда бывает, как говорится, безопасна. А такая тонкая вещь, как древнерусская живопись, она не может соседствовать вот с этими дополнениями и восстановлениями. И меня куда больше устраивают памятники древнерусской живописи, восстановленные с минимальным вмешательством в первоначальный замысел художника. Эти иконы, вот, где оставлено дерево, где оставлен паволок, оставлен левка с незаписанной, они привлекают прежде всего своей оригинальностью. А вот эти дописи, их невозможно подогнать так, чтобы они не отличались от авторской живописи. Да вроде и делают специально так, чтобы они отличались. Но зачем же нам, ну, как говорится, иллюстрировать прекрасные слова Пушкина: «Художник-варвар кистью сонной рисунок гения чернить». Лучше открывать как можно больше вещей, консервировать, предохранять их от гибели, знакомить с ним широкий круг зрителей. Изучение истории древнерусского искусства неразрывно связано с реставрацией иконописи. Освобожденные от поздних записей и поновлений царские врата XVI века из Пскова – ценнейший источник, дающий новое представление о творчестве мастеров этого города Древней Руси. Союзный институт реставрации проделал в последние годы колоссальную работу по восстановлению скульптурных произведений, созданных в России в 18-19 веках. Из подвалов исторического музея Москвы реставраторы извлекли на свет и вернули к жизни десятки прекрасных скульптурных портретов эпохи классицизма. Среди них особую ценность представляют бюсты работы Федота Шубина, оставившего нам в наследие неповторимую портретную галерею своих современников. Чтобы вернуть первоначальный вид этим образцам пластики, пришлось очистить их от загрязнения и коррозии, убрать позднейшие доделки, восстановить недостающие фрагменты. Впервые в истории реставрационного дела в стенах Всероссийского центра начата разработка методов восстановления миниатюр на слоновой кости. Миниатюра на кости – это нежнейшая живопись акварельными и гуашевыми красками на тонкой, в
толщину рисовального листа пластинки. Прекрасный тон слоновой кости, немного тронутый цветом, создает иллюзию теплоты и нежности человеческого тела. Замечательный реставратор Маргарита Николаевна Козина спасла от гибели десятки миниатюр на кости. И теперь их дальнейшая судьба зависит от условий хранения в музее. Сможем ли мы донести до потомков этот редкостный вид искусства? В разделе прикладного искусства были представлены десятки ценнейших экспонатов. От чудом сохранившихся образцов одежды до тончайших поделок из кости и драгоценных металлов. Особый интерес вызывали у посетителей фарфоровые изделия, реставрация которых относится к числу наиболее тонких и ответственных в нашей профессии. Эта работа продолжается в отделе графики Всероссийского реставрационного центра пятый десяток лет. Сразу же после войны из самых различных городов России, из Смоленска, из Тулы, из Орла, из Костромы, из Ярославля, стали поступать в мастерскую на улице Большая Ордынка пастельные портреты, исполненные в 18, 19 и начале 20 века. Это была поистине героическая работа по спасению этих пастелей и возвращению их к музейной жизни. Дело в том, что прежде всего эти портреты были написаны на самых различных основаниях. На холсте, на бумаге, на коже, на пергаменте, на шелке. И нужно к каждому буквально портрету было применять свой метод, что ли, свой патент надо было заявлять на проведение той или иной реставрации вот этих пастельных портретов. Я помню, как заходил в отдел графики и следил за действиями умелых мастериц, которые занимались восстановлением пастельных портретов. И уж на что нелегким был труд моих коллег по спасению древнерусской живописи, но и он касался легким занятием по сравнению с восстановлением пастельных портретов. И многие из этих портретов во время реставрации помещались в специальные вакуумные камеры. И в этих камерах проводилась их реставрация, потому что ведь достаточно малейшего дуновения, чтобы сухой вот этот пигмент пастельный, положенный на основание, исчез буквально на глазах. И поэтому это недаром назывался этот процесс восстановления пастельных портретов реставрацией наивысшей сложности. И вот за эти годы около 300 пастельных портретов были восстановлены и возвращены в музеи. Таганрогской картинной галерее принадлежит портрет Мамонтовой, работы Николая Ульянова. А портрет Корзинкиной, Валентина Серова, хранится в Башкирском художественном музее. Существует 6 вариантов композиции Серова «Похищение Европы». Холст, представленный на выставке, принадлежит семье Серовых. Он известен специалистам, но почти не знаком широкой публике. Сложная реставрация картины продолжалась почти 20 лет.
уступая блестящим коллекциям Третьяковской галереи и Русского музея, портретные отделы провинциальных собраний нередко обладают великолепными произведениями. Представленные на выставке портреты 18-19 веков запечатлели наших соотечественников того времени, их облик, внутренний мир, их судьбы. Это и есть настоящее искусство, которое всегда будет вызывать интерес и волновать зрителей. Сегодняшняя выставка демонстрирует результаты труда двух ведущих учреждений страны – Всероссийского реставрационного центра, который практически исчисляет свое летосуществование сразу от послереволюционного периода, и Всесоюзного института реставрации. Нас часто спрашивают, откуда к вам попадают на реставрацию такие великолепные произведения искусства. Ну, секрет здесь простой. В России и в других республиках Советского Союза есть масса музеев, в запасниках которых хранятся не только неизученные, но даже еще и не открытые произведения изобразительного искусства. Вот их-то восстановлением, их спасением и занимаются эти реставрационные центры. И мне хотелось бы сказать, что наша основная задача вот в процессе этой работы реставрационной, чтобы вещь эта не попала, как это раньше случалось, не попала снова в запасник, чтобы она была интересна не только вот реставраторам, искусствоведам, которые их открывают и изучают, не только узкому кругу специалистов, но и прежде всего, чтобы эти вещи дошли до, ну, если можно так сказать, до земляков их, чтобы они были показаны в музеях тех городов, откуда они к нам поступают на реставрацию. И вот, например, два замечательных портрета из Рыбинского музея. Один Карла Христиника, портрет Бобринского, и другой художника Ермолая Камеженкова, портрет дамы. 18 века эти портреты. После того, как мы отреставрировали очень много портретов из Ярославского региона, в том числе и из Рыбинского музея, вот в Рыбинске устроили такую выставку. Они показали все свои портреты, восстановленные московскими реставраторами, и на афише этой выставки написали, что эти портреты уже демонстрировались в экспозициях Москвы и Ленинграда. Казалось бы, мелочь, пустяк, но на самом деле это не пустяк, потому что раз к ним проявлено это уже внимание и интерес к этим вещам проявлены в столице, то, конечно, в местных, так сказать, вот, музеях, краеведческих, музеях художественных, музеях-заповедниках этим вещам уготована долгая жизнь. Они не попадут в запасник, а будут демонстрироваться в постоянных экспозициях музеев. А это и есть главное, так сказать, вознаграждение реставраторам за их самоотверженный, кропотливый и столь нужный людям труд. Ярославский художник Николай Мыльников – один из самых одаренных провинциальных мастеров XIX века. Предполагаемый автопортрет является редким свидетельством проникновения художника в сущность своего характера.
Портрет ярославского купца Остапова, как и все работы Мыльникова, выделяется законченностью и отточенностью композиции, философской осмысленностью. Глядя на работы провинциальных мастеров, чувствуешь, когда тошно осваивали они технику живописи и внимательно изучали натуру. Отличным живописцем был Федор Андреевич Тулов. Прекрасно нарисован, ярко и выпукло написан портрет детей Шаховских. Так говорил в начале нашего столетия крупный искусствовед Врангель, а малоизвестном, а потом и окончательно забытом портретисте середины XIX века. Но забытом ли? Скоро откроется в Москве персональная выставка Федора Тулова, где будет представлено около 60 его работ, восстановленных реставраторами. В экспозицию с таким благородным и высоким названием «Реставрация и исследование музейных ценностей» были включены произведения русского авангарда. Из-за его долгого и несправедливого бойкота большая часть художественного наследия начала XX века оказалась под угрозой гибели. Назову лишь некоторые из работ. Это полотно ученика Петрова Воткина-Голубятникова «Гроза». Картина Ольги Розановой «Интерьер» из Костромского музея. Эскизы театральных костюмов Александры Экстер. Художница умерла в Париже в полном забвении. А недавно в Лондоне на одном из аукционов ее работа была продана за 1,5 миллиона долларов. Хорошо, что сохранился и восстановлен Люксембургский сад, написанный талантливым художником XX века Борисом Григорьевым. А вот показанный на выставке холст Сергея Герасимова «Семья» — красноречивое свидетельство того, до какого состояния можно довести произведение изобразительного искусства в результате небрежного хранения. Восстановить полотно, к сожалению, невозможно. Частное коллекционирование произведений искусства в России имеет глубокие корни и прочные традиции. Достаточно вспомнить, что собрания таких музеев, как Третьяковская галерея, Русский музей, Государственный Эрмитаж, не обошлись бы без частных коллекций, чтобы представить себе важность и значительность частного коллекционирования. Мы с благодарностью вспоминаем имена таких собирателей, как Павел Михайлович Третьяков, Николай Петрович Лихачев, Илья Семенович Остроухов, Павел Дмитриевич Корин и других. Но и сейчас, в наши дни, тоже есть увлеченные собиратели, которые, казалось бы, когда уже, так сказать, источник поступлений иссяк, они умудряются где-то находить, где-то доставать, как-то спасать, возвращать к жизни уникальные произведения, достойные музейных экспозиций.
Мы знаем, что коллекционеры есть в самых различных городах. В Ленинграде, в Киеве, в Тбилиси, в Москве. И поэтому недавно при Советском фонде культуры был основан клуб коллекционеров. А сейчас готовится приступить к своим действиям и общество, Всесоюзное общество коллекционеров. И вот нам в процессе реставрации, в процессе восстановления памятников искусства приходится часто иметь дело с частными коллекционерами. Не всегда эти встречи приносят свои результаты, но если они оказываются действенными, эти встречи, то музеи пополняются все новыми и новыми образцами русского и западноевропейского искусства. И вот недавно, несколько лет тому назад, коллекционер Иван Михайлович Воронов передал в русский музей около 60 полотен различных мастеров, работавших в России в 18-20 веках. И у него же в коллекции хранилось, правда, меньшее количество, но представляющих с первого взгляда определенный интерес произведений западноевропейской живописи. Эти произведения попали в Псковский музей, чтобы затем поступить на реставрацию. Среди псковских находок очень интересен холст, который Ирена Владимировна Линник и Юрий Иванович Кузнецов приписали фламандскому мастеру Теодору Рамбоуцу. Это они назвали авторским повторением знаменитой его картины «Аллегория пяти чувств». Она сейчас находится в процессе реставрации, и уже сделаны некоторые такие находки и открытия в процессе восстановления этого памятника. У наших реставраторов непочатый край работы. Впереди новые выставки, новые встречи со зрителем.